Модификация бронетранспортера БТР-4 «Буцефал» с боевым модулем БМ-7 «Парус», состоящий из 30-мм автоматической пушки на 400 снарядов, 30-мм автоматического гранатомета на 145 гранат и пулеметом на 2000 патронов. Боевая масса бронетранспортера БТР-4 «Буцефал» 21 тонна 900 кг, экипаж 3 человека, десант 7 человек. Стальная противопульная и противоосколочная броня. Двигатель мощностью 500 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе 110 км в час. Запас хода на 690 км. А сейчас предлагаем посмотреть вам фотографии данного бронетранспортера.